Хочу отметить, что есть возможность подключения привода к штатной кнопке управления дверью. Как отдельная дополнительная опция, есть возможность управления приводом не только при помощи кнопки, а также при помощи пульта дистанционного управления. Как мы увидели, в состав комплекта привода Python входит все необходимое для функционирования привода на автомобиле. У привода Python богатая комплектация, широкий набор функций и есть поистине уникальная возможность установки его как на длиннобазные версии автомобиля, так и на короткобазные. Требуйте привод Python в дилерских центрах и отделе продаж компании Adore. Всем спасибо за внимание, всем пока! Друзья, всем привет! Сегодня у нас большая премьера года. Мы представляем вашему вниманию наш новый привод скрытого типа Python. Электропривод Python предназначен для автомобилей Peugeot Traveler, его грузовой версии Peugeot Expert, а также соплатформенных автомобилей Citroёn и Opel, как для короткой, так и для удлиненной базы. И обратите внимание, у нас есть привод для правой двери, а также привод для левой двери.
В трудных условиях вы можете быть полностью уверены, что электропривод Python выполнит свою функцию и закроет либо откроет дверь. При разработке привода мы постарались учесть конструктивный и эксплуатационный опыт всей линейки приводов, выпускаемых нашей компанией, и предложить продукт, который будет полностью соответствовать ожиданиям самого требовательного пользователя. Надеемся, покупатели по достоинству оценят электропривод Python, ведь он уже поступил в продажу. Спрашивайте и покупайте электропривод Python в отделе продаж нашей компании и у официальных дилеров. И следите за новостями. Мы будем расширять модельный ряд электропривода и в ближайшее время предложим вам версии для других микроавтобусов и минивэнов. Всем спасибо за внимание. Всем пока.